вот потом. Нет, со шлятором главный условие такое, что главное, чтобы не болел в момент упражнений. Со шлятором условие такое. Это просто проходили уже много раз. Если болит потом, это не проблема. Главное, чтобы не делать то, что больно. Избегать вот этих упражнений. Нельзя делать то, что больно. От этого же есть. Надо и бросить могу. У тебя же еще три руки. А вот потом болит, это возможно, когда не шлятор. Храни. Не сойдешь здесь, давай пойти. Начинаем. Пятнашки, руки-ноги. Поехали. Еще бежок. Старайтесь держаться в квадрате. Ребятки, квадрат такой. Стоп, стоп. Квадрат не 4-4, а 6-3. 1, 2, 3, 4. Не 2 на 2, а 4-4. То есть вот эта синенькая, пожалуйста, тоже ваш квадрат. Они пересекаются. Знаете? Плечо, бедро, плечо, бедро, двигается, спокойней, спокойней. 50%, ребята, скорости. Нет, 100%, 50%. Половину скорости. И ты можешь бежать там час, два, три, четыре, пять, долгая энергия. Вот, она не, самая, не быстрая. Вот это быстро 5-7 секунд, она восполняется какое-то время, там, может секунд 30-40, она восполняется. Если ты ее постоянно тратишь, она никак не восходит, не сможет по-настоящему ускориться, когда нужно будет. Поэтому вот люди, особенно крупные люди, когда спрингуются, они двигаются нарочито медленно, чтобы нужно пам-пам-пам взорваться, понимаете? На них это более заметно, на мелких, таких как я, там, ты, да, это тоже заметно. И вы должны, не надо делать 100% скорости, 50%, а когда нужно, тогда будет и стоить 120%. Чумби, сейчас руки за спину,
одному, а второй свободен. Задача у первого номера, у кого руки за спиной, коснуться плечом груди. Давай. Ну или просто партнера. Ну лучше груди. А партнер, значит, чтобы не коснулись. Из квадрата не выходить. Из широкого квадрата, который 4 на 4. Начали. Я стараюсь.